территории города Витебска произрастает два вида инвазивных видов растений. Это борщевик сосновский и золотарник канадский. Территорию, которую они покрывают, это борщевик сосновский более 36 гектар, золотарник канадский более 26 гектар. На данный момент уже интенсивно проводятся обработки по уничтожению данных видов растений химическим способом, также механическим. Это в основном проводит золотарник канадский. Также Витебская городская инспекция природных ресурсов охраны окружающей среды постоянно проводит мониторинг по выявлению новых мест произрастания данных инвазивных видов, чтобы в дальнейшем их внести в дорожную карту и в последующем заниматься их нераспространением на территории нашего города, что может пагубно сказаться на экологической обстановке.